Весной 1995 года из Нефтекамска уехали польские строители, которые когда-то брались возвести в городе 4 современных крупных завода. Очень многое ими было сделано, но в память об их пребывании в умах большинства нефтекамцев на сегодня остались только несколько домов в городе, которые называют польскими. Весной того же года в эфир стала выходить первая местная телестудия «Арт-ТВ». Началось все с показа различных фильмов, которые разбавляли музыкальные поздравления для нефтекамцев, а также местные новости. Основателем и директором этой студии стал Андрей Марин. Примерно в тот же период в Нефтекамске появилась и новая общегородская газета под названием «Интеграл Информ». Издание выходило тиражом в 20 тысяч экземпляров в местной типографии и распространялось по всему северо-западу республики. А в июне 1995 года нефтекамская спортсменка Ольга Коржавина, воспитанница тренера Фаила Ганеева, стала чемпионкой России по самбо среди женщин. На тот момент Ольга уже являлась мастером спорта и работала инструктором в детской спортивной школе. В 1995 году Коржавина также была включена в сборную команду России для участия в чемпионате мира. Осенью того же года с помощью средств администрации города, промышленных предприятий и пожертвований частных лиц на улице Дорожной в районе бывшего кинотеатра «Комета» была построена мечеть. Самая высокая часть мечети была украшена символом мусульманской веры – полумесяцем, который возвышался на высоту 9-этажного метра и находился на расстоянии 25 метров от земли. В здании мечети расположились два молитвенных зала для мужчин и женщин, комната муллы, раздевалка для верующих, а также медресе.